В этом приложении просто кликаем вот так вот на круги и за это получаем деньги. Я, кстати, их уже вывел на Киви. Блин, правда, пароль от кошелька забыл. Вот теперь сижу целый день дома, работаю. Кстати, вы спрашивали, где я теперь живу. Вот, снял квартирку, живу. Правда, один, без Оскара, скучно. Это что за херня? На твой Киви, не забывай пароль. Привет! Появилось новое приложение, где вам надо успевать кликать на вот такой кружок, и чем чаще вы это делаете, тем больше зарабатываете. Заработок, друзья, еще никогда не был таким простым, и я знаю, вы любите такие темы, поэтому смотрите видос до конца, ведь к тому же вас там еще ждет прибыльный бонус. Let's go! Итак, приложуха называется «Проверь свою реакцию». Нажимаем «Начать», и здесь появляются круги. Ваша задача на них вот так вот нажимать, кликаем, 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 и так кликаем очень-очень много раз. И по итогу все, я прошел уровень, и мне написали, что за несколько секунд я успел поймать 43 таких круга. Нажимаем «Отлично», и нам снова, друзья, предлагают ловить эти круги, только вот за предыдущий уровень и за следующий, я вас огорчу, вы ничего не получите. Дело в том, что режим заработка в этом приложении, как и во многих других подобных, скрыт. И чтобы его активировать, надо быстро, много раз кликать вот так вот на логотип этого приложения. И вот, видите, появилась кнопка поддержки, а также здесь баланс, это значит, что режим заработка активирован. Теперь, друзья, нажимаем «Начать», и вам не надо судорожно кликать на эти, блин, круги. Просто кликаем вот так вот на один круг, запускается рекламка, реклама подходит к концу, и мы с вами за это получаем 5 очков на баланс. И, как вы понимаете, эти очки – это внутренняя валюта этого приложения, и мы их будем обменивать на реальные деньги и выводить. И да, друзья, сегодня я здесь заработаю супер приличную сумму и покажу, как это максимально быстро вывести, но это все ближе к концу выпуска. Но, друзья, 5 очков вам здесь будут платить не всегда. Эту оплату можно повысить аж в 6 раз всего лишь с помощью 2 кликов. Для этого снова запускаем рекламку. И теперь просто берем и кликаем на эту рекламу. Нас переносит на рекламируемый сайт. И здесь сидим минимум 10 секунд. Все, примерно 10 секунд прошло. Закрываем этот сайт и досматриваем рекламу до конца. И теперь смотрите, мы за это получили не 5, а 30 очков. Что, друзья, намного выгоднее, так как мы в таком случае тратим всего лишь на 10 секунд больше, а получаем в 6 раз больше. Итак, друзья, смотреть эту рекламу здесь можно хоть тысячами штук в день, и раз здесь такой простой заработок, то его можно поручить выполнять какому-нибудь боту, чтобы он приносил деньги на пассиве. И давайте покажу, как это сделать. Для этого, друзья, по ссылочке под видео переходим в телеграм-канал этого приложения, и здесь есть 2 вот таких вот макроса. Как раз благодаря им мы и сможем запустить пассивный заработок. Если у вас не будет работать этот, первый, то просто скачиваем вот этот, второй. У меня первый работает, поэтому скачиваем его. Для этого вот здесь просто нажимаем «Сохранить загрузки». Дальше скачиваем приложение MacroDroid. Здесь нажимаем «Экспорт-импорт», дальше «Импорт». И здесь выбираем тот самый макрос, который мы с вами только что скачали, жмем «Добавить». Все, друзья, макрос установлен, и вероятнее всего он уже будет у вас работать. Просто попробуйте его запустить. Но лично у меня макрос на телефоне работает как-то нестабильно. То что-то закрывает рекламу, то не закрывает. Поэтому, если он у вас работает также нестабильно, то давайте покажу, как его донастроить. Для этого на него нажимаем и здесь спускаемся в самый низ до надписи «Задержка 5 секунд». Нажимаем здесь «Настроить» и меняем это значение на 15 секунд. Жмем «Ок» и готово. Все, друзья, теперь макрос настроен, мы его вот так включаем и идем в приложение. И сейчас, друзья, этот макрос будет сам запускать, сам кликать по рекламе и сам приносить нам за это деньги. Для этого просто его запускаем, но, друзья, будьте внимательны, что после первого запуска иногда макрос может тупить. В таком случае просто его выключайте и включайте снова. Дальше все будет нормально. Итак, макрос, в общем, запускаем. Он теперь запускает игру, кликает сам на этот круг, причем неважно, в каком месте этот круг находится, он его сам находит. Теперь он кликает на рекламку, вот, переходит на рекламируемый сайт, сидит здесь ровно 10 секунд. Сайт закрывает и теперь смотрит рекламу до конца. Ну и, соответственно, вот, нам за это заплатили 30 монеток. Теперь, друзья, все, просто кладем телефон и идем кайфовать, гулять, смотреть фильмы, играть в игры, а деньги потихоньку будут зарабатываться. И сейчас, друзья, я, как обычно, запущу этот макрос и оставлю телефон без присмотра, но не на сутки, а на целых 3 дня. Да, друзья, как раз за это время я проверю, будут ли какие-то проблемы с макросом, да и вообще за 3 дня в любом случае я заработаю котлетку побольше, чем за сутки. В общем, засекаем время, сейчас у нас 12 часов,
вторник, 11 октября. В общем, я ставлю телефон на зарядочку, кладу и погнали. Ну что, ребят, трое суток позади, мой такой вот длинный эксперимент подошел к концу, очередное приложение проверено, в общем, смотрим на дату. Итак, сегодня у нас уже, друзья, 14 октября, три денька позади. И если честно, друзья, я вообще ни хрена ничего не делал. Я лишь изредка подходил к телефону и проверял, все ли здесь нормально. И, друзья, вы не поверите, но за все это время макрос ни разу не вылетел, и в приложении при этом ни разу не закончилась реклама. И это, друзья, реально просто респектос этому приложуху. В общем, этой приложухе, в общем, за три дня она принесла мне 245 165 очков. А теперь главное, сколько же это составляет в рублях? Курс здесь стандартный, как и во многих подобных приложениях. 10 тысяч таких очков – это 1 рубль. У меня 245 тысяч, то есть это примерно 245 рублей за 3 денька. И это, я скажу, вам неплохо. Делим 245 на 3 дня, итого каждый день приложение в среднем приносило мне по 80 рублей. И да, друзья, это не рекорд по заработку, но зато это максимально стабильно. То есть приложение изо дня в день будет приносить вам по 80 рублей, и вы можете на это рассчитывать. И это намного лучше, чем в других приложениях, которые там за первый день заплатят вам 150 рублей, а потом в них 5 дней нет рекламы, и ты сидишь, пердишь, не знаешь, что делать. В общем, давайте это все выводить. Вывод здесь доступен на Kiwi кошелек, и минималка на выплату 10 тысяч монет, это 10 рублей. Вывести можно, нажав на вот эту вот кнопочку. Кстати, эта кнопка станет доступной только после того, как вы заработаете 10 тысяч монеток. Для вывода указываем Kiwi кошелек вот в таком формате. Дальше нажимаем обнулить. Ждем небольшую загрузку. Все, 245 тысяч монеток у нас списаны с баланса, теперь здесь по нулям. А теперь, друзья, самое главное. Вывод в этом приложении приходит в течение 3, мать вашу, часов. Теперь не надо ждать днями. А если вы поставили на вывод ночью, то деньги уже у вас будут на кошельке к утру. Но надо, друзья, проверить, так ли это на самом деле, потому что на словах все, блин, крутые, знаю. Но давайте узнаем, что на деле. В общем, засекаем время. Сейчас 12:22, выводил не ночью, значит, деньги, по идее, сегодня должны прийти. Если это так, это будет реально круто, в общем, ждем. И пока, друзья, ждем выплату, хочу вам дать бонус в виде нового форума, который платит вам за каждые 25 сообщений по 5 долларов, а это, между прочим, 300 рублей. Что это за сообщения, где их брать, как выводить деньги, я рассказал в этом посте и опубликовал его в своем телеграм-канале, где содержится куча других способов заработка без вложений, так что подписывайтесь, ссылка под видео. Итак, ну что, друзья, радостная новость, где-то в 12:20 мы заказали, вот в 14:30, то есть 2 часа 10 минут прошло, и вот 245 рублей 16 копеек без комиссии пришли на Kiwi кошелек. Многие спрашивают, почему тебе приходят выплаты с Rapido? Rapido, друзья, это платежка, через которую работает Kiwi кошелек и выводит деньги автоматически. Если приложение не подключено к этой платежке, то, соответственно, разработчики вам зачастую выводят со своего Kiwi кошелька вручную. Здесь же все подключено, значит, выплаты работают автоматически. Супер! В общем, кайф. А теперь, друзья, посмотрите видео о совершенно бесплатном боте, который достаточно один раз запустить, и он вам будет приносить деньги всю жизнь, без остановки. Пока!